А нас, в какой мере мы являемся валютными манипуляторами? Насколько занижен курс российской национальной валюты? Ну, для этого существует такой контрольный показатель, который называется ППС, паритет покупательной способности. Он рассчитывается, его каждый может на коленке посчитать, но там будут какие-то ошибки, отклонения. Но в целом это как соотношение цен, выраженных в долларах, скажем, и в рублях. А корзина товаров и услуг стандартная, мы можем там сами определять состав этой корзины. Ну, предположим, там корзина в долларах тянет там на 1000 долларов, а та же корзина в рублях, скажем, тянет на 600 тысяч рублей. Вот мы и определяем эту пропорцию. 600 тысяч рублей к 1000 долларов. Угу. И определяем этот валютный курс. И вот по паритету покупательной способности? Да, это называется паритет покупательной способности. И эксперты говорят, что на сегодняшний день ППС рубля, ну, где-то находится в диапазоне 30, максимум 35 рублей. За доллар. А валютный курс Центрального банка 65. Вот. То есть в два раза ниже? В два раза мы занижаем валютный курс рубля.